Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Почему в России плохие дороги? Это вопрос, над ответом на который бьется уже множество поколений. А Счетная палата страны нашла отгадку. Причиной всему неравномерное распределение денег на содержание автотрасс, причем распределение на основе непонятно каких критериев. Например, заявили аудиторы, на содержание 1 километра федеральной дороги в 2019 году было израсходовано более 2 миллионов рублей, а 1 километра трассы регионального значения менее 300 тысяч. Счетная палата просит законодательно закрепить основания распределения денег на дороге. Трасса 101. В нашей стране вступил в силу новый стандарт, касающийся государственных регистрационных знаков транспортных средств. Для большинства автовладельцев изменений нет. Новые номера внедрены, к примеру, для ретроавтомобилей, снегоходов и мотоциклов. В последнем случае речь идет об уменьшении размера знака. Особые двустрочные номера отныне разрешено использовать на авто японского и североамериканского производства. Трасса 101. Очередная информация о том, как автомобилистов обманывают на заправках. По данным Общероссийского народного фронта, в Москве и Московской области только 15 АЗС из 100 наливают бензина тютелька в тютельку. Исследование было проведено в июле. Причем грешат заправщики как в меньшую, так и в большую сторону, то есть переливают. Наибольший недолив составил почти 4 литра при оплаченных 50 литрах. Результаты мониторинга активисты передали в государственные органы. Трасса 101. Kia Rio стал самым популярным новым корейским автомобилем в России в первой половине этого года. Машина стоит сейчас минимум 693 тысячи рублей. На втором месте по данным агентства «Автостат» оказался Hyundai Creta. Актуальный начальный ценник – 987 тысяч. Замкнул тройку лидеров Hyundai Solaris со стартовым ценником 766 тысяч рублей. Трасса 101. Первая в России парковка для женщин-водителей. Так СМИ окрестили стоянку, оборудованную возле одного из торговых центров Казани. Места на ней, всего их 10, выкрасили в розовый цвет, а ширину увеличили со стандартных 2,5 метров почти до 4,5, действительно, на всякий случай. Правда, сей факт вызвал возмущение ГИБДД. Она, ссылаясь на то, что в ПДД о женских парковках не сказано ни слова, потребовала до конца этой недели площадку ликвидировать. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.